Минувший вторник звуки многоликой гитары заполнили детскую школу искусств номер один. 55 участников третьего межзонального конкурса гитаристов состязались в умении владеть инструментом. Звучали как классические мелодии, так и современные. Конкурсанты должны были представить два разнохарактерных произведения. Жюри оценивало выступление со всех сторон. Самое основное, это, конечно, умение исполнить целостность, то есть исполнение произведения, то есть чтобы это было без остановок, без ошибок. Это одна из таких вот основ. Плюс к этому смотрим на то, как владеет ученик динамикой, как владеет штрихами. И эмоционально как подходит произведение. Участники заявились по двум номинациям – классическая и электрогитара. Возраст конкурсантов от 7 до 17 лет. Все они ученики музыкальных школ. В этом году была отдельная номинация и для преподавателей. Победителям вручали кубки и дипломы. Гран-при конкурса – гитара. В этом году досталось Дмитрию Волобуеву, ученику детской музыкальной школы номер 5. Это не первая его победа, но от этого не менее радостная. Чувствую радость, волнение. Я рад. Я не знаю, как так получилось, но надо стремиться еще дальше к лучшему. Подобные конкурсы – это прежде всего опыт. Юные гитаристы выступают за пределами своей школы, получают обратную связь от жюри, чтобы работать над ошибками, и уже с уверенностью выступать на региональных и более крупных мероприятиях. Мне было очень сложно, я старался, и вот, наконец, добился моих результатов. Ребята обменялись опытом и получили ценные советы. Теперь тем, кто не дотянул, предстоит подтягивать свое мастерство, а победителям – покорение новых вершин.